даже когда растет фигура от Ботега. Марко, Куба Либра. Только под этот трек я еду. Поэзия или Винни? Или рэп? На, послушай этого трек. Мне включили этот трек. Смотри, он реально ел. Смотри, сцены, чем идет. Я же... Мы тебя прочитали, что ты опаздываешь из-за того, что сэндвич кушаешь. Конечно. Второй уже, да? Нет. Всем привет, друзья! Мы дожили до этого дня, мы пришли к нему самой длинной дорогой по лузерам, но все-таки мы здесь. Впереди у нас финал нижней сетки и гранд-финал, надеюсь. Еще надеюсь, что вы нас прямо сейчас очень сильно поддерживаете, наш матч начнется уже совсем скоро, а мы будем заходить в арену, и это будет долгий и очень интересный день, я надеюсь. Погнали! So Vitality are higher seed, because they come from the upper bracket. Okay? So you choose A or B? B? Cool. Navi to ban first. Vertigo. Ban Vertigo. So surprising. Yeah. Navi pick first. Nuke. Nuke. You CT or T? CT. Dust 2. Dust 2. CT. CT. We ban Overpass. Ban Overpass. So you choose to ban Inferno or Mirage? Inferno. Ban Inferno, play Mirage, nuke, dust 2 Mirage, knife aside, last one, yeah? Только что прошло мапвета, и сейчас главный его герой расскажет нам, что мы будем играть. Расскажи, пожалуйста, как прошло это? Как будем нюк, даст 2 и Мираж. Они пикнули даст 2 таки, да? Потому что они любители пикнуть Инферно, и против вас на этом мейте любят пикнуть Инферно, почему не взяли? Ну, смотри, Инферно у них слабая, на самом деле, Инферно у них самая слабая карта сейчас. Они всегда пытаются избегать, если могут. И даже оверпас не очень сильный. Поэтому мы знали, что будет либо даст, либо мираж. Их пик. Вот. Ну и на третьего с моим остальным дали выбор Инферно либо мираж. Ну и я был уверен, что они выберут мираж. Ну, в целом, ощущения перед Vitality какие? Потому что команда очень классно себя проявила, и только вот от Гамбит отлетела вчера. Ну, мы с ним много играли. Мы играли на мажоре, играли два раза в Дании. То есть мы побеждали их, значит, мы знаем, что они побеждаемы. Смотри, два best of 3 у нас впереди в лучшем случае. Насколько тяжело физически игрокам это дается, и что сделать, чтобы вот как-то прошло это все для них немножко проще? Наверное, все зависит от первой игры. Если она будет не такая сложная, то больше сил будет на вторую. А главное, если будет сложно? Нужно, в принципе, два best of 3 все равно энергия есть. Самый худший случай, это когда ты играешь три карты допов, потом еще три карты допов. Конечно, это сложно. Тут, наверное, больше момент того, что может не хватит времени подготовиться ко второму сопернику. Это полноценно, как мы делаем. Ну хорошо, мы желаем удачи вам, ребята, в общем-то. Спасибо. И пошли готовиться к игре. 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream rum, bum, bum, bum. 1, 2, 3. Who knew what's in the date? Could make me feel this way. Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like hey. Что, готов? Двум best of 3, если что? Точно готов. А сколько максимум вообще возможно сыграть игр за день? Ну, то есть, насколько это тяжело? Физически. Можно сыграть. Мы играли один раз, было 3, было 5. За один день. Будь здоров. Будь здоров. Вот, так что... Реально было 3, было 5 сыграть, но это тяжело очень. If you're acting like a douche, of course you'll be loose, yeah. If you're acting like a douche,
9. Вот и раз, два. Найс, пацаны, лучшие просто! Мэн, мэн, водку выше. Мэн, мэн, мэн! Вышел, вышел на топ. Живи, Кирилл. Я помогу забрал. Ну что, победа на первой, дальше у нас Dust 2, пик Vitality. Надеемся на 2-0. Надеемся, надеемся. Илья, как тебе Dust против Vitality? Что мы увидим? Dust против Vitality. Великолепно. Бомбу скинул, Алик, приди за поста. Я взял КТ, Кирилл. КТ, КТ чел. Взял. Я на защите. Взял, взял, взял. Сами рука так вот, Кирилл. Молодцы, вот это уровень. Молодец, блядь. Хороший. Ну что, Валера, финал нижней сетки, так сказать, в кармане. Да. Что там, дописал свой твит? 5 секунд. Подпишитесь, пока Валера дописывает свой победный твит после Vitality. Подпишитесь на его твиттер обязательно и инстаграм. Он там часто выкладывает фотографии. Grand Final at 18.30 set. Yes. Совершенно верно. У нас очень много времени, еще почти 2 часа до гранд-финала. Надо будет отдохнуть хорошенько и подготовиться. А тем временем расскажи, как прошел матч против Vitality, как лично ты оцениваешь свой перформанс, перформанс своей команды? Ну, я считаю, что мы играли хорошо. Я тоже так считаю. Они играли не самым лучшим образом, так скажем. Совершенно точно. Это видно по результату. Почему ты думаешь, они так подошли к игре? На второй карте очень хорошо за КТ начали играть, там то ли 7-0, то ли 8-0, и, возможно, после этого они просто не смогли собраться. Угу. Задоминировать. Впереди Гамбит. Очень такой символичный матч, это ваш вечный соперник, возможно, главный. Как ты считаешь, как ты, например, оцениваешь, является для тебя это каким-то принципиальным соперником среди всех? Гамбит играют хорошо,
и это вообще матч такой, финал. И мы с гамбитами в этом году очень много раз встречались. И в финалах в том числе. Да, и в финалах в том числе. И это будет очередной финал гамбит. Здесь будет красивая игра от обеих коллективов. Я уверен, что будет красивая игра. Хорошо, чем сейчас будем заниматься? Сейчас мы можем покушать, перекусить. После легкого финала нижней сетки, ну, я, конечно, иронизирую, я уверена, что для ребят это не было так легко, как показалось, но счет вы сами видели. В общем, 2-0 против Vitality, сейчас у нас достаточно продолжительный перерыв, как сказал Валера, и мы попробуем нарулить ребятам покушать что-нибудь классное, они отдохнут, подготовятся к гамбит, естественно, и мне кажется, нас ждет такой жаркий СНГ-финал. Это так символично, что мы встретимся на последнем турнире с этой командой, и, блин, я думаю, что это будет круто, оставайтесь с нами. Значит, два претендента на Coach of the Year, Экстаз и Блейд, думаешь, не нужно кому объяснять, кто самый крутой тренер этого года. Но, тем не менее, сейчас будет понятно, в общем-то, кто выиграл в этой номинации, не сомневайтесь, что так. Друзья, настало время гранд-финала, мы расправились с Vitality, и теперь остался последний соперник команды Gambit. И просто представьте, насколько все сложилось. Наш, пожалуй, главный соперник за весь год сейчас с нами в финале на последнем турнире в 2021 году. Это невероятно. Мне кажется, эпичнее финала представить невозможно. Мы будем играть интересные карты, у нас будет Мираж от нас, Эншит от них, и Инферно будет решающий. Можете себе представить, что на этом турнире еще ни разу не был сыгран Эншит. Это вот первый раз в финале. Я переживаю, я волнуюсь. Остался, казалось бы, небольшой шажочек, но самый сильный оппонент, возможно, за весь год. Поэтому ну, давайте, я надеюсь, вы там нас поддерживаете вовсю. Поехали смотреть финал. Ладно, живи! Сейчас убью. Найс! Готов! Готов, готов! Можно ставить на кто-то. 9 вышел. 9. Кто? Кран. Ушел, 8. 8. Видите, тип на 8. 8 красный. Без армора. Найс. Нет, я даю фарм. 8 чел. 8 чел. Это когда выходит? Пацаны, ну... Thank you.
Светлого. Вон один. Свет убил. Все, почисти. Две? Да. Есть моли глубокий? Да. Две места. Не попал далеко, брата. Да на два. Красава. У меня поднялось давление, я уже сорвала голос, я уже чуть не плакала, но... We did it. So far. Да, Ancient у нас в кармане, и несмотря на то, что это карта, возможно, которую мы не так часто играем, да, вообще, в принципе, мало кто часто играет, и мы рискнули, пикнули, но мы забрали. Впереди Инферно, мы играли последний раз Гамбит Инферно на Starladder RMR, еще летом, когда был июль, получается. Вот, и сейчас это будет решающая карта. Трудно что-то предполагать, мы же верим в победу. Ну, такой должен быть финал, друзья, такой должен быть финал. Не услышь! Меня не все услышат! Кто вы? Трэш-карта! Московскому капитан, уже день рождения. Капитан, по московскому времени уже день рождения. У тебя такой лучший подарок на день рождения, да? Конечно, лучший подарок это кубок. Кубок. Слушай, ну ты настолько суеверно относился к этому. Ну не суеверно, но вот эта вся история с тем, что на прошлых финалах Бласта была такая же сетка. И, ну, в общем-то, даже красная звезда в финале. Веселая закономерность. Да, веселая закономерность. Но насколько ты думаешь, это действительно повлияло, возможно, на твое настроение? Ну, я думаю, чем ближе шло, тем чем больше, короче, совпадало, с каждым разом все больше и больше как-то, ну, может быть, это придавало какой-то внутренней уверенности. Вот. Но начало турнира было сложным, но мы смогли выбраться, я рад, потому что. На самом деле, под конец года, когда остается уже мало сил, вот, тяжело выбираться вот, из нижней сетки, так идти игра к игре. Но мы справились, я рад. Очень сильно. Слушай, ну ты и вчера, и сегодня еще поднабрал так формы индивидуальные. Ты классно отыгрывал, увидели. Ну, были моменты и ужасные. Ну да, сегодня по стрельбе вот чувствовалось больше как-то уверенности. Не знаю. Может быть, я так на самом деле много разминался перед всеми играми. Первыми и, не знаю, не получалось убивать. Сейчас начал меньше как будто разминаться, но, может быть, за счет того, что я много до этого играл, разминался, как-то стрельбу больше почувствовал. Ну или с турниром просто от игры к игре. И когда идешь, то уже чувствуешь больше как-то уверенности. Ну, устал, скажи мне. Я? Ну, да не, еще бы турнирчик сыграл. Да не, шучу, конечно. Ну, хочется уже отдохнуть, приехать в Москву к родным, близким, к жене. Где будешь отмечать Новый год? Новый год? Новый год буду с семьей отмечать. Не только со своей, но и с девушкой. Хотел бы что-то фанатам сказать. У нас наш последний влог в 2021 году, и следующий будет не скоро. Хочу пожелать всем отличных
праздников. Новый год скоро совсем. Любите своих близких и следите за своим здоровьем, короны, надевайте масочки где нужно. Вот. И всем спасибо огромное за поддержку, что верили в нас. И мы постараемся, что в следующем году, чтобы было больше побед. И мы рады вас. Ну что, завершение года такое прекрасное. Даже просто невероятно. Лучший год за нами. Да, Тим, вы 70... По-моему, 14 или 13 ваш матч был за этот год вообще. Можешь быть? И, кстати, у вас было 2-2 по финалу, по победам в финале. И у нас было 10-9 по... тоже по играм. Да. И в итоге сейчас стало 11-9. Видишь, сколько много символизма в этом финале было. Как ты оцениваешь свой перформанс к концу года? И, в принципе, можешь ли ты назвать этот год лучшим в своей карьере? Да, этот год точно лучший в моей карьере. И все мои команды, и организации. Просто вот под конец было намного сложнее. Под конец и усталость была, и ментальная. И уже после каждой победы, там, после мажора, после бласта, ты думаешь, уже скоро отдых. Ты уже чемпион, а остаются еще турниры, и ты на 100% стараешься выложиться на них. И у нас получилось. Я очень доволен. Мы все выиграли, Денчик. Мы все выиграли полностью. Ты доволен? Вы проиграли Liquid на Inferno в первом матче и выиграли Gambit на Inferno в последнем. Мне кажется, просто красную звезду, как и на власти. Из-за того, что мы проиграли Inferno, они дали где-то часов 6 на то, чтобы мы изменили свою Inferno за все время. Мы очень много работали над Inferno. Поэтому поражение учат даже большему, чем да, победу. Да, возможно, если бы мы тогда не выиграли, мы проиграли. Ой, если бы мы тогда не проиграли, все могло быть. Не выиграли сегодня. Как будете отдыхать, ребята? Где будете проводить праздники? Я, наверное, сначала во Львов, а потом в Буковель. Я думал, что куда-то полететь, но не знаю, там сложно. Я хочу с ребятами, с друзьями впервые отметить Новый год не с семьей. Угу. Да, Лена, ты... Не решил еще. Не решил? Ну, с семьей же, наверное. Ну, по-любому, но... Где, непонятно. Но она говорила, что от Дубая хочет. Неплохой вариант. Ну, популярный. Ладно, давайте фоткаться и ехать отдыхать, наконец-то. Друзья, спасибо, что посмотрели этот влог. Это был последним в 2021 году. Невероятное счастье, что вот так все завершилось. Этот год был для вас такой насыщенный, что страшно представить. Спасибо, что были с нами, но это еще не конец. Наши ребята подготовили для вас небольшое поздравление, которое вы посмотрите дальше. Подпишитесь. Дорогие болельщики, подписчики нашего канала. Мы чувствовали вашу поддержку на протяжении всего года. Я знаю, что этот год был сложен для всех, но я надеюсь, что в нем вы успели найти что-то хорошее. С наступающим Новым годом! Желаю вам и вашей семье счастья и здоровья в Новом году. Мы постараемся вас порадовать новыми победами в Новом году.